Ну вот мы открываем программу «Журналистика стиля жизни» для тех, кто уже получил первое высшее образование, кто обладает своеобразной жизненной походкой, значит, жизненным стилем, ибо походка напоминает собой стиль. Наша программа для тех, кто воспринимает жизнь как искусство. Как говорят французы, «l'art de vivre» – искусство жить. Кто влюблен в жизнь, в ее цвета, запахи, звуки, в ее вкусы, конечно же, пришло время выразить эту любовь в словах, рассказать о городах, странах, в которых вы побывали, так рассказать, чтобы читатель погрузился в эту атмосферу, создать портрет аромата, гастрономического блюда, найти необычные ракурсы привычных тем, открыть интересных героев, подобрать ключевые слова, образы именно для вашей аудитории, нащупать свой литературный почерк, обрести свой голос. И мы поможем вам в этом. Мы введем вас в творческую, питательную среду журфака, под куполом которого и дышится, и говорится, и пишется так легко, так свободно. А свобода – одна из главных примет стиля жизни. 5 вечеров в неделю вы будете заниматься любимым делом под руководством замечательной, жизнелюбивой команды преподавателей журфака. Будете встречаться с практиками лайфстайл-медиа, часто нашими выпускниками, которые вдохновят вас на создание собственного медиапроекта. Мне кажется, что через год интенсивной работы, интенсивных тренингов вы обретете особую грацию, пластику в своей жизненной походке, в своем жизненном стиле. Ждем вас на Дне открытых дверей 10 августа, который состоится в онлайн-формате. И, конечно же, будем рады видеть вас в числе слушателей программы по переподготовке «Журналистика стиля жизни» в наступающем учебном году. Светлана Сидорова, доцент факультета журналистики Московского университета, постоянный автор лайфстайл-издания «Seasons of Life», руководитель программы. До встречи!